Всем привет, с вами Али, спелый из пластилина вот такого автомобиля. Ну, это обычная машина из пластилина. Колеса из игрушечного машины вот этого. Двигатель здесь. К сожалению, здесь двери нету, дверей. Ну ничего, все равно я его разобью. И его буду разгонять, и он будет врезаться в этот вот блок. Ну вот, давайте-ка начнем. Вот. Что у нас тут? Ну, получилось довольно нормально. Врезался он вот здесь. Видите, вот здесь вот погнуто. Вот там. А так, никаких повреждений тут нет. Ну, давайте-ка еще раз. Повреждение получается не очень, лишь задевает и все. Вот я тут задел. Ладно, давайте-ка я перемещусь в другое место. Что у нас здесь? Ну, ударился он вот так, врезался таким вот повреждением. Ну, нормально. Давайте-ка еще раз. Что у нас тут? Он врезался на этот раз снова в эту сторону. Он еще сильнее погнулся. Кольцо зажало. Днище. Видно, что колесо начинает вот здесь уходить. Но давайте-ка еще раз. Что у нас тут? Вот раз ударится об стенку очень сильно так. Что у нас тут? Он врезался вот так. Что у нас тут видим? Эта сторона очень сильно погнулась вот здесь. Колесо зажато. С этой стороны видно, что колесо уходит уже на этот раз. Из-за того, что вот так зажало. Двигатель. Ну, эта сторона зажат, а так, в принципе, цел. Давайте-ка еще раз. Что у нас тут? Ну, ударился он на этот раз. Вот здесь врезался. Кажется, уже вот здесь. Подошел вот здесь. Здесь все погнутое, погнулся все. С этой стороны вроде выглядит понормальнее в этой стороне. Давайте-ка еще раз. Что у нас тут? Врезался он вот так еще раз. Ну, здесь еще сильнее вот погнулся. Двигатель начинает отходить много. Ну все, давайте-ка еще раз врежемся. Что у нас здесь? Ну, пару раз здесь врезался. Что у нас здесь? Ну, очень сильно погнулся, вот так он врезался. Это мне кошмар полный.
Ну так, короче. Что тебе будем делать? Давайте-ка на этот раз мы в боковой часть, на этот раз мы его врежем. Как бы вот так. И получается что там. Ну ладно, давайте-ка лучше на переднюю часть снова. Короче, здесь вообще кошмар, но здесь врезаться-то. Ну, да. Жесткий краш-тест. Ну, если здесь было бы пластилиновые колеса, а не эти пластиковые, то бы такие повреждения бы не было бы. А если двери бы, то полностью дошли бы до отсюда бы. Ну, а так, в принципе... Дочка ну нормально. Дочка вот так. Я просто буду вот так буду давить так. Ну, дочка, начнем. Так. Короче, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И с вами был Али. И всем пока. До новых встреч.